Накануне в южноуральской столице на дороге Меридиан, которая проходит по югам и по центру Челябинска, Ниссан занесло на дороге, и он, закрутившись, подскочил и перелетел через заснеженную обочину, после чего рухнул с моста. Точнее сказать, не рухнул, а скатился с крутого косогора, как на санках, и не с моста, а с путепровода. Совокупно эти обстоятельства позволили водителю легковушки не просто уцелеть, но отделаться лишь испугом. Потрясение, конечно, было сногсшибательным, но обошлось без травм. Проезжавшие мимо автомобилисты с удивлением смотрели на непонятно как застрявший в снежной целине автомобиль под путепроводом, рядом с трубой теплотрассы, на которую он, к счастью, не наехал. В комментариях порталу 74.ru сотрудники ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля Nissan Prima Star находился 34-летний мужчина, который не справился с управлением и слетел с моста. В машине он был один и при падении не пострадал. Правда, по поводу марки автомобиля есть вопросы. Вообще-то Nissan Prima Star – это фургон, а скатившийся с пути провода автомобиль явно легковушка. Впрочем, это уже детали.